сайт «Разумно.ру». Мы сделали несколько сервисов, которые решают самые тяжелые проблемы громадных госкомпаний, таких как «Укрзалезницы», «Укрпочта», «Укравтодор». Мы вышли с работающим сервисом. Он уже собирает данные, статистику, может и проанализировать в одном отделе монитора всю пассажирскую службу «Укрзалезницы». Здесь вы можете оставить вашу жалобу или наоборот похвалить за что-то. Простым нажатием клавиши можете справиться со своего смартфона. Это сделать, например. Здесь собирается статистика по самым ужасным поездам. Мы выявили самые плохие ДПО. То есть на самом деле поезд по документам отремонтирован. А вам дует так, что вы в снегу находитесь, да? Или вам наоборот там некомфортно, неуютно от грязного вагона или там от хама-проводника. Мы все на одном экране это показываем. То есть можно сразу принимать кадровые решения, нужно управлять своими подчиненными. Здесь статистика по неправильным операциям в Укрзалезнице, пассажирской ее части. Надо к руководству топ-менеджменту обратить особое внимание, почему при каждой поездке происходят вот такие ошибки, их исправлять. К нам сама обратилась Укрпочта, когда увидела эти сервисы. У них 11 600 отделений, у них современная команда, и они пригласили нас, чтобы мы сделали для них сервис, который смог бы повысить качество обслуживания всех нас, когда мы приходим к ним в отделение. Мы не стали на пальцах на что-то объяснять, мы просто сделали для них тоже вот такой прототип. И он действует по тому же принципу. Теперь у нас есть возможность повлиять на ситуацию в Укрпочте, а вот тут мы на то Укрпочте быстро принимать решение и улучшить общее качество. Спасибо. Скажите, если вот вагон, вот такие поезда, я могу зайти и увидеть, почему? Там все правильно. Фотографию можете оставить. Если хотите, поставить только хороший отзыв. Если вы будете спокойно. Дякую. Сатяка, говоришь? Последний. Здесь